Темку, как получить психа? Психа, мне кажется, самый почти желанная перчатка у всех людей, которые играют в Slap Battles. Потому что она очень крутая для новичков. И для профи тоже. Некоторые на нем играют и играют. Короче, нужно попасть в лимпа. Нужен реверс, если что. Вот, кстати, наша уже перчаточка. И нужно пройти этот паркур. После этого острова у вас начнется таймер. Вам нужно дойти до острова и пройти назад. Вот тут вот нужно действовать очень аккуратно. Вот в этот вот тайминг прыгаем. И забираемся. Надо, чтобы вот эта вот фигня, вот с этим вот. Так. Как же она сейчас не вовремя? Судьба прыжка и веры. И вот. У нас долгожданный психо. Идем к нему. Честно, вон тот прыжок, это самый сложный из всех прыжков, которые там был. Вот она, наша драгоценная перчаточка. Окончательный контроль. Все, мы получили перчаточку эту. После ангела. Потому что это английская игра больше. Психа. Мини-обзор перчаточки. Ultimate Control. Кстати, следующая будет Кракен. Потому что у меня осталось желание только Кракен. Так, телекинез. Прыжок это к нему вот так вот. Так, а я еще сам не определился. То есть прыжок это к нему. А, то есть, я понял, смотрите, прыжок это... Прыжок... Нет, я не понял, погоди. Как психа работает? А понял, вот ударил Е, и она к тебе идет. Ой, не надо. А, я... Нужно, чтобы он был в области какой-то, невидимой. Вот. Опа. И чё? Я понял. То есть нужно... Нет, не надо. То есть нужно, чтобы он был в какой-то области и вот так вот. Всё. Типа, если удавишь человека вот так вот, то можно его к себе притянуть. И если он рядом, то к нему можно с прыжком. Всем пока.